Мужчина по имени Крейг с коллегой убирали в саду, и когда они подняли старый матрас, то нашли под ним 5 крошечных детенышей. Сначала они приняли их за котят, но потом поняли, что это щенки. Крейг разместил фото выводка на Facebook, пытаясь найти их владельца или новую семью. Фотографии детенышей увидел основатель национального сообщества Foxwell Farm Мартин Хеммингтон, и сразу понял, что малыши были совсем не щенками, а детенышами лисицы. Он сразу же связался с Крейгом и сообщил ему, что он держит дома лисят, которых необходимо вернуть матери. Вскоре в городке началась совместная работа по воссоединению лисьей семьи. Хеммингтон предложил отличный способ, чтобы приманить лисицу к логову. Ни одна мама не сможет оставить своих детей голодными. Поэтому Мартин был уверен, что крики о голоде помогут маме-лисе найти своих малышей. Спасатели попросили Крейга дать им знать, когда лисица вернется и станет искать своих детенышей. Как только это случилось, голодных лисят снабдили одеялом и грелкой отправили обратно в сад, где они были найдены. Мама лиса тут же явилась на зов. Один за одним она перетаскала своих ненаглядных малышей в безопасное место. К вечеру она получила все свое семейство обратно. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.